Всем привет! Вы на канале Добрая Бригада, и с вами я, Богачев Роман. Вот у нас есть короб из гипсокартона. В нем зарезаются швы, да? По технологии Кналов они маленько другие, но, ну, насколько мы знаем, Кналов рекомендует, а мы гарантируем, да, строители. Поэтому мы его делаем чуть глубже и заполняем их флотом. Они, швы эти, крутуются и заполняются унифлотом только на следующий день. То есть надо лучше ждать вообще сутки, чтобы влага из гипсового сердечника ушла. И это было уже сухое, но прогрунтованное, да? То есть влага поглощения была снижена. Что я хочу показать? Я заполняю швы вот таким шприцом. Да, он маленько соржавел, но это ничего страшного. Вот это вот я. Здесь почему-то прорезь какая-то, дырочки. Я просто скотч наклеил. Вот и все. Он так довольно плотненько ходит. Не просачивается. У него принцип работы обыкновенного шприца. Вы все знаете такой шприц, да? Давайте я сделаю унифлот в ванночку и покажу, как я наполняю шприц. Потому что нам надо наполнять без пустот, иначе будет у нас некомфортно работать, да? А вторая фишка. Я использую резиновый шпатель. Вот такой. То есть шприц и резиновый шпатель для снимания поклевки. Один уголочек я подрезал, другой у меня остренький. Да. В принципе, получается вот так вот чистенько, аккуратненько и, собственно, даже быстро. Мне очень нравится, я уже давно так делаю, показывал. Ну, кому не покажу, все нравится. И особенно нравится работать резиновым шпательком. Можно взять обычную резинку, у меня с ручкой, да? Да, стараюсь брать белые, потому что они следы оставляют, если оставляют, то белые. Но лучше вообще, чтобы не оставляло. Так, погнали, где мои перчатки? Я люблю работать без перчаток, чтобы чувствовать руками материал, но с гипсом шутки плохи, лучше одевать перчатки. Чем мне нравится резиновый шпателек? Тем, что он мягкий, и его можно подрезать просто ножиком. Не надо никакую болгарку. Им нельзя повредить ни скотч, ни пленку. Очень удобный и универсальный инструмент для наших работ. Разводим, как написано в инструкции. То есть заполняем до появления островков. Ну, то есть классика. Вот такая смесь. Она так получилась довольно-таки пластичная. Да, то есть она оп, оп. Но опять же, она держит форму вон как, да? Класс. Супер. Все, заполняем. Чтобы не было пустот, пузырей. Заполнил. И с одновременным рывком я вытаскиваю. Ну, по чуть-чуть, да. То есть она у меня засасывается. Если я просто буду вытаскивать, то у меня воздух пройдет, она не засосется. Ну, бывает такое часто. Поэтому я с рывком делаю. Ну, чуть-чуть надо, прям контролируйте себя. Так.
Да. У меня друзья спрашивают, ты напишешь, что ты боишься, что Мосбил на тебя уже есть, опадный скинут. И надо, я тебе ссылку скину, бесплатный билет, чтобы был. Куда бесплатный билет? На Мосбил. А, на Мосбил. Ну, мне тоже придет такая хуйня. А? Тоже должна прийти эта хуйня. Не прийти, там надо зайти. Мне не пришла, я сам зашел. Мне приходит каждый год. Да? Да. Ну, они, по крайней мере, вот они уже бесплатные билеты сделали. Я тоже сегодня зарегаюсь. Это... Что? На какие часы? Я думал, бесплатный билет на самолет. Знаешь, что? Я тебе объясню. Я смотрел билет на самолет на эти числа. Ближе к... Там, конечно, неудобно, они проводят, а с понедельника по пятницу, получается, будут делать. Почему-то странно, они решили, допустим, вот так они проводят. И... А, ближе к выходным, с пятницы, дороже билеты, а если брать там понедельник, то не собрали, дешевле, по пятнице билеты стоят. Ну, давай на первый день, что? На первый, да, то есть 28-го, ну, все, окей. Все, выдавливаем колбаску. Погнали. Камеру поправить. Смотрите, я когда задавливаю, он уходит прям в самый туда, в конец, да? Классно. Мне вот это больше всего нравится, что... И быстро. Да? И смотрите, если я где-то мало сделал, да, местами, я могу просто добавить сверху прям. Сейчас. Все. Красота. Если шпатель нормально подрезать, то вообще будет чистенько с первого раза, да? Ну не красота, да, пацаны? Так, я надеюсь, будет видно. Короче, утром ты не знаешь, что это такое? Ну, мы на одну ночь едем. И я сказал Мише, как было, да, наш квартиру мы посмотрим, если вообще это, чем отель, всяко дешевле, кружку смотреть. Давай. Сейчас это раз получим, и можно купить билеты сразу. Давай. Я, Thank you.
Допустим, мне не понравилось, как я сделал. Утопил, да, семью? Я легко могу переделать. Раз. Уже четко, да? Так, как я хочу.